Açık bak başkanım. Aç kada. Гробовая тишина, я работаю, по-моему, качественно слышно. Когда я вот сейчас... Да.
Поединок. Смотри, поединок, когда шел. Когда шел поединок, он сказал тебе, что у тебя качество звука. Боец готов. Время. Бой. Первый раунд. Да. Чистого звука нет, конечно, я знаю об этом, да. Аудитория будет реагировать, естественно, активно, на точные попадания они будут реагировать, естественно, на результативные действия, на броски, это самое главное. Да, здесь... Да, ну... Да, плохо дело. Ну что, тогда вывод там, да, Рома Мазуров будет работать. Ну это кто будет принимать решение подобное? Потому что Базарев постоянно на связи с талантом уже Монаковым, как раз с тем человеком, который осуществлял здесь. Ну сейчас тогда... Да, не, я думаю Базарев. Как Базарев звонит постоянно, сейчас параллельно, когда мы с тобой разговариваем, он звонит человеку. Ты Базареву сам тогда сообщишь, правильно? Просто, да, просто мы сейчас будем работать тогда местно здесь, на местном телевидении. Ну вот давай сейчас уточним этот момент. А кого нужно уточнить? Говори, я уточню. Да, вот сейчас есть рядом, сейчас я даю талант Жаманов, он и продюсера замещает, он же вице-президент. Не-не-не, я ему даю сейчас сразу трубку, вот сейчас прям сразу же. Задай ему вопрос прям напрямую. Серега, я тебя очень прошу, задай ему вопрос, он так как занимается... Телек вообще, это на нем тема. Он сейчас тебе все сразу раздумывает. Но он решает с Базаревым лично. Это ты же. Я понял, он с Базаревым решает все. Хорошо. Если Базарев будет принимать решение, давай.